Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Сегодня у нас будет тест-драйв на вот такие три магнитные ручки. Одна ручка из детского набора творческого магнитного, эту ручку мне прислала моя подписчица и зрительница Галина, а эта ручка с китайского сайта AliExpress. Для чистоты эксперимента я взяла 4 торговые марки гель лаков с эффектом кошачий глаз. Это торговая марка TNL, Blue Sky, Lionel и бенгальский кот торговой марки Nico Nagel. Для начала хорошенечко перемешаю все магнитные гель-лаки, хорошенечко их взбодрю. Чтобы легко и хорошо перемешать гель-лак, нужно его положить между ладошек и вот таким образом покрутить. Гель-лак торговой марки Nico Nagel вот в такой баночке, поэтому мне нужно его будет перемешать при помощи подручных средств. Я уже заранее подготовила подложку. Это черный гель-лак торговой марки Формула Профи номер 213. Для нанесения гель-лака Nico Nagel возьму вот такую кисточку. Это кисточка из какого-то закончившегося гель-лака. И нанесу на подложку. Номер гель-лака не смогу вам сказать, потому что линейка сейчас у них обновилась. И номера другие, и мне кажется, цвета тоже другие. Так, вот нанесла гель-лак. И теперь у меня в руках ручка из детского набора. Смотрим за манипуляциями. Она очень-очень медленно раздвигает частички. И если я буду дизайн делать на всех ноготочках, я смогу сделать только типа вот таких вот пятнышек. И это будет очень-очень долго. Я не в восторге от работы этой ручки. И теперь снова все выровняю. И попробуем другую ручку. Эту ручку мне прислала Галина. Приближаю очень-очень близко, прям до миллиметра не хватает для того, чтобы я прикоснулась к поверхности. Тот же самый результат. Очень долго, очень медленно и очень плохо. Это ручка с китайского сайта. Та же самая история. Практически никакой движухи нет. Нужно долго держать, чтобы нарисовалась какая-нибудь там непонятная точка. Что-то видно, но это долго, на мой взгляд. И какие-то там розочки нарисовать, или как-то вот так, знаете, сейчас вот так как проведу, и здесь вот что-то получится. Ничего не получится, как бы я ни проводила. Давайте возьмем другой гель-лак. Может быть, это проблема в самом лаке. Blue Sky наношу. Прям буду на одном образце пробовать все ручки с китайского сайта. Смотрите, намного быстрее работает. С детского набора.
работает чуть-чуть медленнее, но все же видно, да, что она раздвигает частички и чуть-чуть побыстрее, чем первый наш образец. И подарочную возьму ручку. Тоже раздвигает гораздо быстрее. И мне кажется, уже здесь можно какие-то создавать более интересные узоры этой ручкой. Так, давайте поправлю. Они сцепились. Так, что можно? Линию. Магнитик, который вы уже знаете, он как бы собирает эти частички, и получается, что у нас эффект кошачьего глаза. А ручки, они наоборот, раздвигают частички, и здесь мы уже можем создавать какие-то интересные узоры. Ну, если, конечно, получится. Здесь видно, да, что нормально раздвигает. А здесь я возвращаюсь, вот то же самое делаю. И даже самая ручка ничего не раздвигает. Так, Blue Sky ставим 5. Лионейл вступает в бой. Шоколадный ягуар Лионейл. Ну-ка, как ты нам сейчас продемонстрируешь свою мощь? Запомнили, что красная ручка это с детского набора, розовая. Почему красная-то? Медленно, еле-еле шевелится. Нет, не хочет. Так как мне нужно, нет. Желтая. Тоже еле-еле не хочет. С китайского сайта. Нет, очень-очень плохо раздвигает, практически не хочет работать. Тианель давайте попробуем. Розовенькая с детского набора. Тианель заработала. Видите? Двигает. Видно? Видно. Так, и это подарочная ручечка теперь. Чуть похуже, но тоже двигает.
прям близко-близко. Если кто-то мне напишет, что надо совсем близко, прям готова уже прикоснуться к поверхности материала. Вот так вот, вот так вот. Видите, работает. И китайская. Что-то совсем непонятно. Хочет, не хочет. Сейчас поправим поверхность. Ну-ка, давай. Тоже работает, но достаточно медленно. Видно, да, что работает? Я, конечно, надеюсь, что видно. Я перекрываю, конечно. Так, знаете, чисто символически. Давайте-ка еще раз Blue Sky помучаем. Я, конечно, не берусь отвечать за все цвета Blue Sky, но из 4 выбранных гель-лаков кошачьим эффектом, эффектом кошачьего глаза, Blue Sky больше всего слушается. Практически сразу реагирует. Смотрите. Такой цвет у меня, просто один цвет, я бы, может, подобрала какой-нибудь другой цвет, но он у меня один. Это подаренная ручка. Так, давай, давай. Мне кажется, вот TNL и Blue Sky почти примерно одинаково. Но вот эта розовая ручка, она чуть-чуть посильнее. Для чего этот тест-драйв я провела? Не все ручки одинаковые, не все гель-лаки одинаковые. Нужно пробовать, экспериментировать, и у вас обязательно получится. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока! А я сошла с ума, какая досада. А я сошла с ума, какая досада. Мне нравится, что в торговой марке можно приобрести как бюджетные, так и дорогие инструменты. То есть уже все зависит от вашего желания и от ваших возможностей. Но для начала хочу вам показать вот такие инструментики, которые, может быть, не очень важны в маникюрной работе, но все-таки они есть, и давайте